Так, Валерий Константинович, доброго здоровья. Вопрос по прививкам. Вы этому моменту придаете важное значение. При прививках хвойных растений рекомендация определения стороны на подвое приводит, где присутствует. Процент приживаемости увеличится на 10-20%. Объяснение. Более активные мощные камбиальные стволы. Соответственно, на юге. Значит, применяете ли вы данное положение при сопряжении подвое и приводе? Значит, коротко, с моими словами, смотрите, если уж оно имеет значение при хвойных, то для плодовых хвойные – это их родина. Вот. Но их тоже умудряется прививать. Так надо. Например, для ускорения плодоношения. Вот. Сейчас уже вывели такие, допустим, кедры, длинные, такой, это самое, шерстью обрастают. Иголками, в смысле, как бы, образно говоря, шерстью. Красоты необыкновенные. Для этого надо прививать. Вот. Ну уж если это для сибиряков, для дикарей, для так называемых дикоросов, ну уж для хрупких культурных растений, чья родина там, где Польша, а где Голландия, а где Бельгия, чуть ли не Египет, так понятно, еще больше значения имеет. Вот. Вот он пишет, я никогда нигде не видел, чтобы садоводы обращали пристальное внимание на стороны света. Да. Я вынужден сказать, что с тех пор и до сих пор, ну, может быть, последний год-два что-то изменилось, сейчас знать не могу. Кроме меня, на всей планете никто не обращал внимания. Читайте дальше. При пересадке саженцев. Пометку сделали, пересадили этой стороной на север. Пометку сделали с юга, это же сторона на юг. Доказательства сейчас будут. Вот. Но для меня волнует только дерево. Если это, ну я тут уточняю, вот он же вопрос задал. Допустим, дерево не привитое, пересаживаешь, все равно этой же стороной. Дерево привил на месте, потом пересаживаешь, этой же стороной. Вот. Вот это я хотел сказать.